Доброго времени суток! Здравствуйте, товарищи! С вами Олежек Драйвер. Давай в дорогу! Где же мы находимся? В Довославном городе, да в Петрозаводске. Так. Пошло совсем немного времени. Кстати, я обновил версию до 1.34. Так, что у нас по грузам есть? Это все в Европу. В Европу нам это не годится. О, чеснок. Чеснок, ты смотри. Вот нам как раз потихоньку, глядишь, и до севера и доберемся. Так, о, так это здесь. Так, давай. Времени терять не будем. Здесь, что ли? Точно. Так, и теперь. Так, что тут у нас есть? Какие прицепчики? Что-то двойных не вижу. Давай. Какой есть первый, такой и возьмем. Нормальный прицеп, как прицеп, да? Так, все, подтвердить. Ага, все, берем. Так, аккуратненько, не задеть бы никого. Тук-тук-тук. Ишь ты, влезли. Да ладно. Честно говоря, какой-то разницы особой пока не вижу с 1.33. Вот он наш прицепчик. Время уже вечернее, я включил габаритки. Так. Так. 5 секунд, паузу включу. Надо будет поставить сейчас продвинутую сцепку, посмотрим. Сработает, не сработает. Так, у меня уже стоит. Посмотрим. Ага, сработало. Все у нас тут поддерживается в 1.34, все работает. Так, проверяем сцепку. Хорошо. Так, цепляемся. О, кабели, главное, работают. Смотри, как красиво, да? Все, зацепились такие, все, погнали. Ну, подумаешь, обтекатель нет, да и хрен с ним, да? Маршрут, давай, маршрут. Ну, в принципе, так, ехать-то и не сильно долго, ну и не так мало. Нормально, в принципе. Так.
И все сюда наверх, наверх, на север. Так. Ну вот. Собственно, как-то так. Так, поедем мы в славный городок Медвежьегорск. Ну ладно, пусть будет так, да? Погоду, что ли, атмосферу, в смысле, доработали вот облака. Или мне кажется, или они другими стали. По-моему, как-то богаче. Еще красивее. И так до этого облака красивые были вот на закате. Так. Тут вот никак так не проехать, чтобы никак не выйдешь, чтобы по бордюрам тут слева не проскакать, а так можно колеса порвать, если прыгать по бордюрам. По-моему, все-таки атмосферу как бы изменили. Ну да, как всегда. Раз и красный, да? Что-то народ по тротуарам ходит. Не было, не было. Раз, появляются люди, да? Откуда ни возьмись, так раз, телепортнулись откуда-то. Солнышко в лабаш слепит, ни хрена не видно. Не видно, но все равно слепит. Ставили машины, я как тут проезжать должен? Вы такие смешные, ей-богу, а. В Европе вас бы, блин, давно бы уже на эвакуатор бы. Да подожди ты, я. Так, снимочек. Ах ты, ладно.
надо парочку снимков все равно ведь сделать. И надо будет обязательно указать, что это уже обновленная 1.34. Так, снимочек. Хорошо. Так, бензинчику. Так, здесь опять начинает подлагивать в этом месте. Сюда заезжал. Успел проехать. По-моему, да, атмосферу добавили. Краски насыщеннее, богаче стали. Снимочек. Сейчас вечерок уже, нифига себе. Светло, а что нифига себе? Нормально. Тем более для севера это хорошо. Прикольно, светло так. У нас в наших краях тоже. Когда летнее солнцестояние, тоже белые ночи. Светлотень такая, красота. Так, посмотрим, как тут на севере солнышко сядет, не сядет. В карте Восточный экспресс на север, когда в Бурманск едешь. Так, я так и знал. В Бурманск едешь, то там получается в зиму приезжаешь, но как-то. Ну, с одной стороны, вроде и прикольно, а с другой стороны, ну, летом ты вроде ехал. Откуда тут вдруг зима взялась летом? Ну, автор решил так сделать, в принципе, это его право, его карта. Мне так-то Восточный экспресс нравится. Обширная карта, большая. Если бы вот сейчас на 1.34 появилась бы эта карта Восточный экспресс обновленная, дополненная, там она аж до Иркутска была, длинная карта уже стала, я бы с удовольствием поставил. Там и Украина, и юг России,
Достаточно большая, чтобы долго-долго только по этой карте кататься. Посмотрим, что же будет у нас на 1.35. Пугают, что серьезное обновление будет, масштабное. Поглядим, поглядим. Честно говоря, эта игра давно уже напрашивается на какие-то кардинальные изменения. И АТС тоже. Что у нас с 2012 года, по-моему, идет. А на дворе уже 2019 год. Помню, я первый раз эту игру закачал. Я пиратку брал. Пиратку с интернета скачивал, не в стиме покупал. Руль у меня еще тогда старый был. Ну что ты делаешь, а? Правило такое едет, соблюдает. Пиратка, так вот, пиратку я тогда скачал, и руль у меня еще старый был. Сейчас Logitech, а у меня старый такой простенький за 3000 рублев рулик. Хотя и сейчас в пределах 6000 можно купить на 900 градусов, если поискать. У меня такой простенький, что-то около 3000 был, 3 рублев. Блин, что-то я никак, и то ли руль настроить не смог, то ли еще что-то, ну не зашла мне эта игра вообще никак, вообще ни о чем. Не понравилось, психанул, бросил ее на какое-то время, забросил. Удалил. Потом как-то одно другое видео стал смотреть. Что-то видео стали появляться по катушке. Посмотрел опять. Закачал пиратку. И вроде как потихоньку привыкать стало. Потом как-то втянулся. Сразу говорю, мне эта игра вообще не понравилась. Ругался, матерился. А сейчас за уши не оторвать. Освещение по-другому стало. Фонарики. Шарики, фонарики. Фары по-другому немного светить стали, как-то ровнее, что ли, я не знаю. Ну, как бы дорогу вот освещает, так, а дальний? Дальний мощнее бьет. Ну, как-то не напрягает так.
трех снимочков-то наделал, да? У меня сейчас на очереди на загрузку стоит мозаичек. Задачу минимум на этой скамейке я выполнил. Гараж обновил. Но я думаю, или не стоит торопиться заработать на ней соточку, чтобы купить сканию еще одну. Мне надо всего 7 сканий купить с низкой крышей. 7 первых базовых версий. По количеству шасси. О, подъехал уже Медвежьегорск. Стоит у меня на загрузку уже. В смысле, я загрузил. Стоит Урал. Капотник. Магистральный со спальником. Посмотрим, что он из себя представляет. Хотя можно посмотреть сейчас, кстати, если мне его под трейд-ин брать, понравится, не понравится. Если он мне не понравится, я же могу загрузку включить и сканер назад вернуть. Так что я что я теряю? Ничего. Заодно видосик запилю по Уралу капотному. Магистральному. Так. Аварийку. Так, зачекинемся. Ого, 40 XP. Конечно, только так и никак иначе. Пара пустяков. Так. И доехали. Ну, почти нормально. Так. Получите, распишитесь. Видео коротенькое получилось. Продолжить. Так, ну что же. Сразу сохранимся.
И давай-ка мы... А что далеко ходить-то? Где-нибудь здесь встанем. Далеко ходить не будем. Так. Так, вот что я сделаю. Встану сейчас на угол. Ну вот. Как-то так. Сейчас посмотрим, что у нас получится с заменой грузовичка. Если что, скамею поверну назад, если не понравится. А пока на отдых. А за сегодня прощаюсь. До новых волнующих.